Развернутое заключение по МРТ пациента 36 лет. Дата исследования 11.09.2018. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2В в разных последовательностях и МРА. Найдены единичные супратентериальные очаги до 10 мм без отека и масс-эффекта, не перевентрикулярны. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальные ликторные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Перивоскулярные пространства верхового Робина не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Охватывающие и верхние мозжечковые цистерны слегка прослеживаются отчетливо. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Патология моста мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмальная силярная область без МР-признаков патологических изменений. В проекции моста мозжечкового угла корешки 8 пар ЧМН прослеживаются отчетливо с обеих сторон. Симметричны, не утолщены. Мелкая пениальная киста. Аномалии развития коры не найдены, архитектоника сохранена. Миндальная мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия, просвет позвоночного канала не смещены. Таким образом, имеется картина демиелинизации, требуется наблюдение в динамике. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В.